на гири лежат. Да, вот, сука, ремонт, да. Ни хрена себе. И как ты думаешь, ну вот, выйдет что-нибудь? А? Выйдет само что-нибудь? Не понял. Что-нибудь выйдет? Да я уже делал, ёпта. Это что, это тяжко. Материал надо что-то. А так я уже заказал, у меня все есть. Вчера вот зеркала принесли на бар. Еще может вот глянь, сейчас со мной хочу снять, ну вот лицо трохи. Да ну. Не, ну я к нему сосед, старый друг, ты что? У него тоже вчера. Ну, так ты сейчас пока в матке живи. Да, ее спалить, она же вся такая воздушная, чуть-чуть. Спичку или бычок кинул, и дальше останется. Миша, дайте ему лицо. Да, короче, так, слушай, ты ж на празднике будешь, потом и снимешь. И сразу я тебе это покажу, Миша, слышишь? Нет, так я на польскую, вот, ну, Пасху, она же прошла. Но. А эта Пасха меня как-то не особо, ну, интересует. Я считаю, что я поляк у матку. А-а-а. Поэтому как-то немножко. Миша, ну, глянь ты, собственно, в матке. Сейчас я тебе я покажу, а очки не можешь снять? Да, не. А вот я к шпионнике. Он так какая у тебя шпион? В темных очках, не как светлый. Так это все кинокамера. Я рядом, ты меня знаешь. Нет, так ты бы мне мог вот, ну, дать свою ленту или что. Я бы сам вот, ну, сейчас бы я записал что-нибудь. А ты сколько будешь здесь? Ну, вот завтра утром еду в Минск. Мы сегодня уже как наквасимся, так я тебя уже утром не поймаю. Нет, так ты мне адрес. Нет, так ты мне адрес дай. Когда приедешь, я тебе дам кассету свою. Так ты мне адрес дай, ну я сегодня вот к вам приду и все. Тель-Авив, блядь, Тель-Авив, блядь. Сегодня дома я, наверное, не появлюсь. А, не будешь дома? У нас в городе, где я живу, нет, ну, солдат, хоть покажу детям. Вот штаты. Тех снимите тоже, видите, на заборе. Они далеко. Да вон, да. Ну, я тут матрица, стеклопластика. Наш выключен. Иди глянешь запись. Посмотри, иди запись, если не веришь. Да. Подойди, ну, сейчас подойди. Покажу. Иди сюда, что ты там? Боится. Толкует там, толкует.
Так, сейчас смотрится она. Можете зайти оттуда посмотреть перед. Оттуда вон в двери зайти. Куда вы? Ну кто там? Мой одноклассник. Юзик. А фамилия как я забыла? Забыла. Захаревич. А, Захаревич. Ой, ну извини. На вот мы с ним вместе учились до 8 класса. Ну вот сейчас. Ты вот, ну вот знаешь, вот кто-нибудь есть из наших одноклассников он в городе? Овчинников, Санковича вижу. Так. Миша Козловский. Козловский. Так. Кто еще? Фольковский. Это на заводе работает, да? Да, больше они никого не знают. Козловскую, как вы видите, Алку, как она выглядит, даже такая была симпатичная. Да, я ее уже лет, наверное, 10 не видел. Я лет 5 не видел. Она да, была здесь с неким, с офицером неким. Не знаю, с кем там лазили. Морфлота там, вот второй раз, если вам сказали, замуж вышли. Подскевич, наверное, видел год 3 назад. Она тоже такая грустная, не замужем была. Я лет 6 назад видел эту Я немножко раньше шла там. На вокзал шла как раз, я шел на работу утром. Я в том районе, около вокзала шла тоже. Uh-huh. Только или на вокзал, или с вокзала, я не помню. Тоже такая бабонька грустная. Видно, что ей учеба, умная баба, а умных мало любить. Такие видно. Ну, может, замужем. Как это там? А я к тебе, вот дети уже большие, да? Ну, старшего 11. А как его звать? А как звать старшего? Женя. Женя, да. А вот. Младше, Дима. А у тебя, ну, два хлопца. Тетю Катину, да, двоих. Два хлопца. А у меня вот сын 3 класс, а дочка еще в садик. 6 лет. Поздновато женился. Я раньше женился. Заехал просто встретить и одноклассников, и друзей, ну, соседей. Поснимать, просто, знаешь, как-то стало скучно немножко. В Березино живу, он на вот на чужбине. А где там работаешь? Кем там? А я вон, ну частный предприниматель, как фотограф, он на камеру снимаю. Да. Такие вот, где подхватишь, что свадьбу, само детей маленьких. Что такое? Ну ладно-то, ну, счастливо тебе, сама спасибо. Давай. Киса. 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 Киса.